Самые опасные детские игрушки. Хаббирборд был популярным детским подарком всего лишь пару лет назад, но в них также есть опасность. Во-первых, из-за плохих батарей некоторые модели могли в любой момент загореться. И только посмотрите, как ужасно это выглядит. Во время катания дети не используют экипировку, что может привести к серьезным травмам. Проверь, насколько хороша твоя интуиция. Для начала посмотри на это фото и попробуй ответить, в руке лежит лимон или лайм. Этот вопрос очень простой, и слушай ответ. Правильный ответ — это лимон. А теперь посмотри на эти две картинки с котиками и попробуй догадаться, которую из них нарисовал пожилой человек, а не ребенок. Ты угадал, правильный ответ — это один. Твой учитель не имеет на это права. Ставить оценки в журнал не за знание, а за поведение. Выгонять ученика из класса. Не пускать тебя в туалет на уроки, если ты культурно попросил об этом. Перестань уже верить в эти мифы о своем телефоне. Перед зарядкой нужно обязательно разряжать телефон полностью. Этот миф пришел к нам от старых телефонов, где стояли старые аккумуляторы с эффектом памяти. Закрытие приложения на самом деле никак не поможет работоспособности твоего телефона. Так что можете их вообще не трогать. Об этом тебе врали в школе. Викинги никогда не носили шлемы с рогами. Твой язык не разделен на вкусовые зоны. Альберт Эйнштейн не был двоечником.